3, 2, 1, 0, ты выиграли, мисс Николь! Сегодня у нас фигурное катание, челлендж на выживание. Сегодня у нас будет 5 раундов. И перед каждым раундом мы будем выбирать наказание, а тот, кто проиграет, тот будет выполнять это наказание. А в конце челленджа мы узнаем полного победителя. И сегодня у нас замечательный тренер Алена! Привет, привет! Итак, выбираем наказание. Кто первый? Я! Что там? Что там? Мандариновая битва? Мы что, будем брать мандарины и кидать в человека, который проиграет? Ну, я думала, это будет как, типа, снежки, знаешь, прятаться и кидать друг друга. Наверное, я надеюсь. Погнали смотреть элемент! Готовы увидеть первый элемент? Да! Первый элемент называется пистолетик. Кто первый? Давайте скидываемся. Я помню. Раз, два, три. Накрыли! Еще, раз, два, три. Я не первая, но я вторая. Решаем, кто из нас будет последний. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Да боже. Я последняя. Ну что, Софина, ты первая. Лед это слишком прям опасно, особенно для меня. Победить челлендж это полбеды. Главное приехать целый и со всеми зубами домой. Короче, план такой. Чем быстрее я выиграю, тем быстрее меня разрешат погреться. Все, идем к мечте. Занимаюсь фигурным катанием уже 4 месяца. В принципе, этот пистолетик, что сложного, ну, наверное. Ну, короче, это не гимнастика, поэтому здесь я хоть немножко шарю. Поддерживаем, за кого болеем, пишем в комментариях. Муа, погнали. Да, сейчас минус 10, мне очень холодно. Почему именно в такой дубаре мы снимаем челлендж, Николь? Ну что, погнали выполнять элемент. Сейчас на улице очень холодно. И выполнять элемент даже классно. Это есть возможность немножко подвинуться и согреться. У меня уже затупели пальцы. Давайте слушать оценки. Девочки, готовы услышать ваши баллы? Да! На первом месте у нас Злата. 10 баллов. Наконец-то! На втором Дая. Как неожиданно, кто мог подумать. У меня 9 баллов? Или сколько? Я угадала, у меня 9 баллов! Я отличница! На третьем месте у нас Николь. Николь 6 баллов. Ну и на последнем месте у нас 2 победителя. Соня и Снежана, у вас по 5 баллов. Ура! Скидывайтесь, кто будет у вас выполнять. Все будет хорошо. Итак, первое наказание. У нас есть у каждого человека по 5 мандаринок и последняя почищенная. Вы должны на скорость чистить мандаринки, и последний победитель размазывает об лоб проигравшему. А вот вообще, ничего не понял, но очень вот интересно. Вот эту почищенную об лобик. 3, 2, 1. Погнали! Нет, она плохо пошла! Плохо идет! Оно прыгает! Так, это уже третий идет у меня. Как их отколупать? Я не знаю. Давай следующий. Быстрее! Нет! Ты думала, ты меня сейчас пересу даришь? Нет, мы же подружки. Спасибо. Подружки! Погнали, смотри, следующий элемент. Да! Погнали!
Кто крутит колесо фортуны? Я! Соня крутит. Спасибо. Какашки в чашке. Следующий элемент называется циркуль, переходящий в ласточку. Что? Фина! Софина! Софина! Почему я всегда первая, блин? Ну, вы посмотрите, какая снежная королева. Я уверена, что делает этот элемент. Конечно, не на 100%, а на 300 или 150 хотя бы. Челлендж. Нужно собраться и хотя бы кого-то победить, чтобы не быть последним. Извините, просто все отмерзает вообще. Я ничего не чувствую. Есть шанс, поверь. Вы видели первые шаги Николь по покорению этого катка. Я уверена, она будет хорошей фигуристкой. Злата, покажи, как надо. Давай, покажи. Сегодня Рудольф, у меня красный нос, я освещаю всем путь. Надеюсь, я вам тоже освещу путь. У меня замерзли ноги, я уверена, что у меня все получится, потому что это учат еще на первом месяце обучения на катке. Поэтому все будет замечательно, погнали! Ву! Ну тут, наверное, баллов 100 и даже оценивать не надо, камон. Это было это слишком шикарно. Красиво. Осень ждала, пока придет зима, и я приду на каток. Наконец-то мое желание исполнилось. Пока ребята ноют, что им очень холодно, я приехала сюда кайфовать и побеждать. Назвала нас нытиками, но вы не представляете, как здесь холодно. Я, конечно, не хочу проигрывать, но мой инстинкт самосохранения говорит обратно. А еще мои губы, которые замерзли, не могут это выговорить. Ладно, сейчас будем делать. Вы готовы услышать свои оценки? Да! На первом месте у нас Злата. У нее 10 баллов. Второе место у нас у Таи. Таи 9 баллов. Третье место у нас Снежана. А четвертое место у нас Николь. И у Николь 7 баллов. И Соня, у тебя 6 баллов, но ты умная. Николь, опять на 1 балл. Итак, какашки в чашке. Это за сегодня самое жесткое наказание. Честно говоря, я не знаю, как у тебя получится его сделать, потому что объективно это будет мерзко, противно и просто отвратительно. В общем, вносите, пожалуйста, предмет, который ты сейчас будешь пробовать. Спасибо. Фу, это похоже на кровь. Я же не пьем. Это какао! Но вообще-то это наказание такое было максимально доброе и максимально легкое. Это самое. Это просто какао. Это похоже на шоколад. Мне кажется, что. Пробуй! Подвох! Подвоха нет! В этом-то и дело, что это самое легкое наказание на сегодня! Поздравляю! Ребята, сейчас на улице минус 10, который ощущается как минус 40. Мы все очень замерзли, и наш оператор упал уже 6 раз. Ой! Оператор, 7-й раз. Но я знаю, как вы можете нам помочь. Есть один лайфхак, который нас всегда, блогеров, согревает, как чай с лимоном. Но это не чай с лимоном, это ваша любовь и поддержка. И самое важное, ваша подписка на канал. Мы тратим очень много времени на съемки роликов, а для вас это безумно просто. Смотрите, я буду стоять в ласточке, а вы должны будете подписаться. Погнали. 5, какую камеру? 4, 3, 2, 1. Но! Видите, как это трудно? А вы смогли подписаться?
Для вас, наверное, было очень легко. Если вы смотрите этот ролик, наверное, вам нравится нас смотреть. И мы вас очень сильно любим. И вам, скорее всего, понравятся наши будущие ролики. И те, которые уже есть на канале. Поэтому подписывайся и ставь лайк. Мы тебя очень сильно любим. А я побежала, пока! Кто следующий крутит? Я! Злата! Тоже носом. Оп. Урок литературы. Он у меня вчера был за что? Главное еще какую литературу. Все, погнали смотреть элемент. Ну что, какой следующий элемент? Следующий элемент называется вращение. Как это сделать? Анализ! Короче, я вообще недоволен нашим тренером. Это слишком сложное задание, особенно для меня. И я, как снежная, на секундочку, королева, почему-то проиграла. Ну как это? Я уже пальцем не чувствую. Друзья, тут все про победу говорят, а мне на холоде пить хочется. Так что пойду умывать скорее. Я даже слезы замерзли. Мое сердце холодное, как этот лед. Напишите в комментариях, у кого тоже нет парня, как у меня. Кто хочет согреть мое сердечко? Ладно, вот если я выиграю этот раунд, то на этой неделе встретится мой любимый. Как всегда, так красиво приукрасила этот элемент. Да, я! У меня отмерзла губа и пальчики на ногах. Эх, ладно, делаем. Молодец! Снежа! Видите, это снег, а я Снежана. Смотрю я, как делают все остальные, и точно не буду проигрывать. Так что, погнали! Девчонки, готовы слушать оценки? Да! А первое место, как вы думаете, кто у нас? Злата! Да, конечно, у нее 10 баллов. Второе место у нас Тая. У Таи 9 баллов. Третье место у нас Николь. Николь, у тебя 7 баллов. Ну и последнее место у нас Соня и Снежана. Опять мы последние. У вас по 6 баллов. Победила! Я аж на четвертом, да. Королева бывает. Погнали к наказанию! Итак, следующее наказание – урок литературы. Мы в тебя, Снежана, кидаем снежки, пока ты читаешь нам какой-то невероятно красивый стишок. Что? Стихотворение? Я же все стихотворения забыла на этом холоде. Слушай, я знаю, отличное стихотворение. Села муха на варенье, вот и все стихотворение. Она его не знает, поэтому не считается. Прам-прам-пам-пам. Ну что, Снежана, ты готова? В траве сидел кусечек. Большой кусечек. Зелененький он был. Трали-вали! Это, конечно, была песня, но я думаю, это засчитано, потому что объективно ты справилась. Погнали к следующему наказанию! Заданию! Следующий элемент – козлик и выпад. Короче, моя новая стратегия – это призвать сверхъестественные силы, чтобы они мне помогли решить это задание для победы. Вот видите, я сейчас всех вынесу. Вау! Николь! В прошлом номере мне хотелось писать. В перерыве все стало хорошо. Теперь главное во время элемента не испачкать лёд. Ну, поняли, ситуация с собой билась.
Златочка, ты у нас следующая, покажи, как надо. Покажи, как надо. У меня в школе есть мальчик. Его недавно стошнило в прямом эфире на дистанционном обучении. И так его позор будет реально меньше, чем мой будет сейчас. Потому что козлика я не делала. Будет сейчас весело. Погнали! Ага, конечно, опозорилась она. Сделала лучше всех. Да я! Вот знаете, как я хочу выиграть? Хочу сильно, а шансов нет. Ладно, все, погнали делать. Ребята, наше страдание точно достойно вашего лайка. Поэтому, пожалуйста, поставьте его. А я поехала выигрывать. Блин, я вроде сделала, а вроде нет. Погнали смотреть оценочки. Готовы услышать оценки? Да! Злата, как всегда, у нас на первом месте 10 баллов. Ура! Так, второе место у нас Тая. Дайте угадать, у меня 9 баллов. Нет, 8. Все равно хорошая оценка. Третье место у нас Николь. Николь, 7 баллов у тебя. Ой, семерки. Четвертое место делят две девочки. Соня и Снежана, у вас по 6 баллов. Стойте, стойте, мне кажется, сейчас Снежа снова отхватит. Подождите, да. Я верю в Снежану. Все я будет тоже. Хорошо, давай. Сегодня пошли все наказания мои. Мима, ты готова? Нет! Я виновница была гораздо. Как всегда, почему? Я такая! Погнали исполнять наказание! Итак, наказание мороженое. Снеж, мы набираем в стакан снег, и ты должна будешь это скушать. Фу, нет, я не хочу кушать снег, там сколько бактерий. Это смешно звучит, что Снежана будет есть снег. Да какая разница, смешно, не смешно, ты видела, сколько там грязи? Да, я видела, это трэш. В этом и прикол. Снежана, пожалуйста. Я пойду наберу чистый снег там, где никто не ходил. Черные кусочки какие-то, не хочу. Ладно, возьмем там, где нету. Давай! Красиво было. Да, о, красиво, ты не забудь. Вау, слушай. Ну что, вкусно? Ах ты! Кто крутит? Я! Снежана! О, нажалась! Подиум! Это показ мод на коньках. А? Переодеваемся в шортики и выходим на лед. Купальники! Ладно, погнали смотреть следующий элемент. Я заметила, что у нас одинаковые всегда призовые места. Поэтому я решила дать каждому индивидуальное задание. Круто! Мне эта идея нравится. Это возможность быть на первом или втором месте. Злата и Тая, я вам покажу такие элементы, что даже вы не повторите. Тая уже начинает быть интересно. Мне уже не нравится эта идея. Софина! Софина! Слушайте, ну это задание более-менее прикольно, потому что, скорее всего, я побежду. Побежду, как правильно вообще. Выиграю, вот так вот правильно. Потому что задание у Златы, скорее всего, будет очень сложным. Так что, какой у меня элемент? Элемент называется аттитюд. Ну, это выглядит просто на первый взгляд, но я сейчас попробую. Кривовато сделала свое задание, хотя Алена дала ей простое. Поэтому надеюсь, я ее выиграю. Мечта, я вот так тебе скажу. Твой элемент называется фонарики, Николь. Я хочу. Я ничего сейчас на данный момент я ничего не хочу. Короче, у меня уже язык запутывается, я не понимаю, что я говорю, но это явно очень просто. Я попробую сделать твой чуть-чуть. Давай. Злата! Это единственный челлендж, где я, в принципе, что-то смогу сделать. Посмотрим. Надеюсь, это здание сложное, будет не очень сложное и не тройные какие-то прыжки. Все, погнали. Покажи мне перекидной, Сальхов, Ридбергер и Луц.
очень классно, поэтому королева оценила. Я поставила десяточку. Злата в принципе повторила, так что я точно не на последнем. Погнали делать! Красотка! Красотка! Я уже очень замерзла, что даже ничего нормально выговорить не смогу и ничего даже сделать не смогу. Короче, какой у меня элемент? Вращение на двух ногах. Погнали смотреть оценки! Погнали! Оценки за последний раунд. Злата, как всегда, 10 баллов. Второе место. Тая. У Таи 9 баллов. Круто! Третье место. Николь, 8 баллов. Нет, все-таки не меняется, не меняется ничего. Четвертое место. Снежана, 7 баллов. И Соня, 6 баллов. По-моему, сняла не так. Погнали выполнять твое наказание. Сейчас королева будет ходить по подиуму. Итак, наказание – подиум. Ты должна будешь пройтись по всему заведению и орать «Подпишись на канал, мисс Николь!» Хорошо, я не против. Типа, нет, я против, конечно, у меня болит горло, но задание не очень жесткое, поэтому готова выполнять. Только очень-очень громко и прям по всему заведению. Подпишитесь на канал, мисс Николь! 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 Подпишитесь на канал, мисс Николь в Ютубе! Я справилась! Похлопайте, давайте, аплодисменты. Кринги. Это было кринжово. Это просто кринги. Максимально. Ну что, девочки, подошел к концу наш челлендж. Пора выставить общие баллы. Злата, первое место. 50 баллов. Второе место. Тая. 44 балла. Круто. И вообще, девчонки, вы все умнички. Мне было очень классно с вами сегодня кататься. Вы молодцы. Спасибо. Большое. 3, 2, 1, 0. Ты на канале Мисс Николь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И не забудь поставить лайк, ведь мы старались. А мы побежали. Ура!